Сегодня мы идем гулять в пансионат Азов, который находится рядом с пансионатом Гелиос. Судя по указателю, есть пляж, корпус 1, кухня и кафе. Вот такая вот большая классная площадка детская здесь, в пансионате Азов. Вот это домик у моря. Вот домик, а вот море. Что, Милаша, такие вот домики в пансионате Азов? У тебя эвакуация, осторожно. Как мотор заводится, Милана. А здесь, Мила, что палочки по тяжелым чем-то весом прогнулись, да? Площадка прямо возле моря. Бременские музыканты здесь. Давай. Ослик, кот. Ух ты, ты поплыла? По-моему, под таким волнам опасно плыть. Крючок штурвал. Собаку нашли, петуха нет, да? Остался еще ослик и кот, и все. Все остальные глаза разбежались. Ого, какой футбольный мяч. Можно поиграть? Место никак не играется. Он же каменный, да? Вот такие вот две беседки нашли с магнолиями. Прямо возле моря.